Доброе время суток. Сегодня у нас на обзоре масляный фильтр Партра. Буквально недавно заполонила эта фирма все каталоги. Красируется со всеми номерами. Везде лезет, предлагается к покупке. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Покраска, как видно, ужасная. Есть шагрень, есть какой-то мелкий мусор. Эти в свете камеры, я думаю, видно. Эти все включения. Резьба. Нормально, более-менее, каких-то вопросов нету. Чистый профиль. Торец практически без заусенцев. Обратный клапан не морозил, потому что увидите дальше качество фильтра, поэтому смысла морозить его нету. Все равно это будет хлам. Слишком мягкая резина какая-то. Я думаю, от масла потом раздаст, вывернет во все стороны. Давайте посмотрим, как у нас эта резинка поджата. Вот такое основание. Такая у нас щель, если не прижимать. И затем начинаем прижимать. И у нас просто зазор начинает вообще исчезать. Какой там буквально там 0,5 мм нам остается. То есть место для открытия клапана отсутствует. Будет повышенное сопротивление на входе масла. Такая вот заливка герметика. И внутри сопли, снаружи сопли. Ну и всей красоты не передает. Посмотрите по ссылке в описании фотоотчет данного фильтра, как выглядит катушка в сборе. Я думаю, вы будете очень удивлены. Так вот выглядят донышки. Это такое было завода. Это не мои тут художества. Перепускной клапан из металла. Сидит как бы должно конус на конусе сидеть. Все это криво вот так вот стоит. То есть он не может встать ровно, герметично, его постоянно куда-то косоробит какие-то во все стороны. Давление срабатывания неверное, 0,89 атмосферы, 0,89 это при замере диаметра по самому маленькому размеру. На деле по задумке должно быть фиксация по конусу, наверное, если по этой кромке брать, то где-то 1,3 сантиметра, тогда давление перепуска еще падает, будет 0, не 0,89, где-то по расчету 0,6-0,7. Туба нормальная, кстати, на удивление. Для такого отстойного фильтра. Каких-то вопросов к ней нету. Бумага посредственная, неправильная, желтая. Видно, что без пропитки, какими-то смолами. Толщина всего 0,29 мм. Прессировки особо не наблюдается. Вес бумаги всего 8 грамм. 0,29 мм и площадь 546 квадратных сантиметров. Это где-то ровно в два раза меньше, чем в аналогах, где площади 1400, 1200, масса бывает бумаги и 24 грамма, здесь 8. Даже если не было бы этих косяков, фильтр все равно был бы на последнем месте. Все сделано очень плохо. Обратный клапан не герметичный, нет пространства для открытия, заливка герметиком ужасная, перепускной не держит, бумага отстойная. Прикреплю сейчас следующим кадром таблицу аналогов данного фильтра. Почетное последнее место, отстой полный. Обходите стороной, ничего не покупайте от них. Всем спасибо за внимание, до свидания.